ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. В ходе проверки было установлено, что рядом нормативно-правовых актов администрации городского округа Первоуральск при выдаче разрешения на установку рекламной конструкции содержится требование о предоставлении такого документа, как топографического плана земельного участка, на котором предприниматель собирается разместить рекламу. Данный топографический план, его стоимость порядка 15 тысяч рублей. То есть для индивидуального предпринимателя это значительная сумма. Данное требование противоречит статье 19 Федерального закона о рекламе. Прокурором города принесен 3 протеста на противоречащие закону нормативные правовые акты, которые в настоящее время рассмотрены, удовлетворены. В муниципальные нормативно-правовые акты внесены изменения. Кроме того, прокурором города внесено представление в адрес главы городского округа Первоуральск, которое также рассмотрено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.